Hello, guys, and we are back again with day one. Что это? Шторм? Все рушится? Это конец света, это все моя ошибка. Основа нашего мира. Такая тонкая. Ее так легко сломать. Неужели это я сделал все это? Голоса в твоей голове. Забытые воспоминания. Потерянные мгновения. Времена смешиваются. I'm getting radiation sickness. I need to get the fuck out of this place soon. I'm also dying. Map. No radiation. I really hate this. Ooh. Very nice. Ты что, не боишься радиации, дорогой? What's this? Я знаю, что ты в защитном костюме. Use. Но всякое случается. There we go. Use. I am clean. There we go. Рандом хербс. Смотри на огонь, Игорь. Хватит смотреть. Нам нужно приготовить ужин. To craft some... What's this? Restores a small amount of health. Craft. Craft. There we go. Back. I don't have any wounds. I do have wounds? From what? Should go grow back. Okay. This makes it simple. Start burning.
A small brew but a mild brew was psyche craft. Пароль. Hi. Не стреляй, это же я. Черт, Игорь, запомните одно слово. Why do you need a password? Ностальгия. Пароль ностальгия. Ты же сам его выбрал, черт тебя дери. Bro. Давай, заходи. Слушай, Игорь, ты же у нас мастер на все руки. Осмотрись тут. Может, весь этот хлам на что-то сгодится? Давай, чувствуй себя как дома. Is this our base? Looks very pathetic. What does this do? I see nothing that can help us. Что ты там бормочешь? A workshop. Skills. A workshop. I need mechanical parts. Which I will get. How exactly? By oh. Okay. How do you expect me to go on? There's a door there. I can't open this. What? We cannot build a workshop. I do not have enough mechanical parts. Inventory. I have. Crafting recipes. Bro, how am I supposed to collect mechanical parts if I... What? Why can't I...
Oh. Scrap. Scrap, 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 scrap. Scrap, scrap. B. How do I build journal? Okay. But now, boss. Что ты там бормочешь? Okay. Sure. What can I make? Use. Oh. No. Use. Yes, yes, yes. Слушаю. Ты кто? Что? Что тут происходит? О чем ты бормочешь? Ты что-то знаешь? Знаешь, где она? Что с ней случилось? Расскажи мне все. I don't think he'll tell us anything useful. Heavy breathing after a pause. Кто ты? Что тебе известно? Где она? Расскажи мне. Черт! Черт! Whoa.
Я тут случайно услышал твой разговор. Что собираешься делать? Stop overhearing. С этим парнем. Лично. Так ты ему доверяешь? По-моему, он чокнутый какой-то. I agree with Oliver. Не доверяю ни капли. Но чокнутый или нет, а что-то он знает. И хочет поделиться. Я называю это возможностью. Да, он, конечно, знает. Его послушать, так он просто заливает. А еще он реально чокнутый. И место ему в психушке. И если собираешься с ним встретиться, будь очень осторожен. Око Москвы — это вот тот огромный радар. Его даже отсюда видно. В любом случае, это пустая трата времени. А у нас припасы заканчиваются. Давай сворачиваться и выбираться из Чернобыля. Сможем сделать это в любой момент. С помощью манипулятора я смогу открыть портал, и мы выберемся. Но я не сделаю этого, пока не найду Татьяну. Но, да, похоже, что ты прав. А может, нет. Надо бы проигнорировать его. Или, по крайней мере, быть очень, очень осторожным. Ну, наконец-то разумная мысль. В любом случае, мне это не нравится. Нам надо поскорее отсюда сваливаться. Просто подумай об этом. Может быть, это мой единственный шанс найти Татьяну. Что? После 30 лет? 30 years, God damn it! Ты правда думаешь, что она живет-поживает где-то в глубине зоны? Избушка? Садик? Котика завела? Очнись, Игорь! Очнись, твою мать! Я ценю твою заботу, но этот разговор окончен. Если тебе хочется вести себя как псих, будь хотя бы вооруженным психом. Yes. Вооружен, опасен и совсем без крыши. Что может пойти не так? True. You're speaking my language. Assign missions. Go on heist. Вот это вид. Ну что ж, решай. Самому встретить судьбу или отправить других. Понял. Здесь я могу выбрать план действий. Отправить Оливера или сделать все самому. Ты вроде что-то строить собирался. Может, мастерскую? Okay, let's see. Rest in base. Take a day off while your companions will do their jobs. Low, 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 low. Days left. Rest in base 1. A memento from the past 2. Supply drop in 1 on Kopachi. Lore. Supply drop. Stay in base for now. Back. The supply drop may be useful. Let's go to Kopachi. Yes, stay in base. Start mission. Let's go. What could go wrong? Right? Lag again when you enter this area. Сергей Петрович, слыхали? Они отложили испытание дуги. Yes, the Duga test. Ну я же говорю, она совсем с ума сошла. Тише, Ан, пожалуйста. Видишь? Даже сейчас, 30 лет спустя, истинное назначение системы Дуга остается неизменным. Бывшие офицеры КГБ высокого ранга утверждают, что Дуга начиналась как военный проект. How much ammo do I have?
should be interesting. Day one, Kupacivilic afternoon. Where do I need to go? Start building. Build. Whoa. How can you see me? Oh, you're looking right at me. Whoa, 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 whoa. Can I take your gun? Broken? What do you mean broken? It's whole. Man. Inventory. Broken my ass. Whoa, let's go in the opposite direction here. This doesn't give me it. Another visual bug. Oh. He's there. Okay. I
don't think he can see me. Chemicals. Where's the enemies? No, I want the carbine. Man. There were two. There you are. Hello. Mr. Second Guy. Thank you. How do I dip the fuck out? You can finish the quest. Portal generator from inventory. You can go back. What? I can one-shot every enemy? Interesting. Whole bunch of shit down here. Here I cannot go get it though, for some reason or another. There's a whole bunch of stuff down there. Yeah, let's go back. Inventory. Portal generator. Equip. Go back home.
go. Ну я же говорю, она совсем с ума сошла. Тише, Ан, пожалуйста. Mom has everything against everyone. Они отложили испытания. Go home and end the day here. Succeeded. Голод. Голод грызет. Крутит живот и слабеет разум. Таня, если это правда, ты, пожалуйста, давай без загадок. О, я поделюсь едой со своими товарищами. Это хорошая мысль. Same rations as Igor. No food. Normal food rations. Except да, Игорь. Слушай, вот. Thank you. Let's go. Sleep. Yes. And I think this ends the first day. Hope you guys enjoyed my first day in this game, and I hope that you will come back at day 2. So, have fun guys, goodbye.